Продолжаем вместе сегодня встречать утро четверга в этой студии Тео, Ольга Рыжикова. Мы в прямом эфире, друзья, да, 6:39. И чем занимаетесь вы сейчас, не знаем точно, но можем предположить, что сейчас всей страной вместе мы займемся зарядкой. Да потому что коврики все уже расстелили, а к нам в студию завитал Дмитрий Савин. Дима, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кстати, может быть, ты в ближайшее время собираешься посетить Брест? Нет, к сожалению. Нет в планах. Не планировал. Дело в том, что я готов рассказать. В Бресте совсем скоро произойдет забег, ночной забег, который символизирует отношения, взаимоотношения автомобилистов и пешеходов. Ну, в принципе, здесь символизируют, наверное, опять же, вещи несовместимые. Думаю, ночь и бег – вещи несовместимые, так же, как автомобилисты и пешеходы. С фликером. Но для того, чтобы бежать грамотно, уже разминаться нужно сейчас. Дим, давай-ка поможем не только брещанам, но вообще всем белорусам. Белорусам. Сегодня такой глоток бодрости от тебя. Да, очень интересно наблюдать, особенно за своими друзьями и знакомыми, которые никогда не занимаются спортом, а потом услышат какой-нибудь массовый забег, и все резко сюда побежали, и все начинают к нему готовиться. Вот я предлагаю вам начинать готовиться уже заранее, а не так, как вы это делаете за 2 недели, раз уж вы собрались бегать, так что готовьтесь. То есть к следующему полумарафону сентябрьскому уже готовьтесь уже сейчас? Да, уже начинаете готовить, да, тогда вам будет его легче пробежать, а вы начинаете готовиться за 2 недели, а потом говорите, как вам было тяжело. Ну что ж, так давайте же приступим. Да, 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 смотрите, давайте пойдем от обратного и вспомним сейчас самое простое, потому что с каждым новым эфиром мы отходим все время от простых упражнений, придумываем постоянно что-то сверх, а мы сегодня сделаем самое простое, самое банальное. Что приходит сразу в голову? Это у нас приседания, отжимания и, наверное, планка. Давайте посмотрим. То есть, вспомним еще раз. Обычные приседания, ровненько, спокойно, спинка прямая, никуда не торопимся и приседаем. Не торопимся, но и не расслабляемся. Да, темп ты взял такой, я тебе хочу сказать, серьезный. Да, 20-30 раз сделали, вполне достаточно для утра. Поехали дальше. Да. Становимся сразу же. Можно без перерыва. Раз, два, три, четыре. Да, я могу долго это будем делать. 20 проверять. Я думаю, что Савин справится. И такой вариант. Планочки встали в классическую планку. Можно ножку одну подняли вверх и в сторону отводим назад. Вверх. Каким образом? Ух ты, а вот это вот непростое движение. Ну что ж, думаю, сейчас Дим, все продолжай, подрядся. Занимайся, да, у нас студия позволяет. Да, может, то же самое делать другой ногой. Это такой усложненный вариант, все-таки было необычно. Вот, так что смотрите, да. Спасибо. Спасибо, Дима. Желаю тебе хорошего дня. Дмитрий Савин сегодня посетил студию «Добранец Беларуси» и поделился всеми фитнес-секретами с вами, друзья.